Сегодня очень жарко, около 34 градусов. Space Star уже выпускалась и раньше в кузове Universal с 98, по-моему, по 2006. Потом производство прекратилось, а возобновилось уже в 2013 и в кузове хэтчбэк. Компактный маленький городской автомобиль. Здесь двигатель 1.2, есть, конечно, и однолитровые двигатели с ручной коробкой передач. Здесь 1.2, 80 лошадок. И машина едет, в принципе. И, конечно, 80 лошадок – это не спорткар. Но у нее очень хороший отзыв на педаль газа. Очень. Я ездил на Hyundai 35, у нее намного хуже отзыв на газ. Намного хуже. А там двигатель уже 1.6 и 132 лошадки. И у Hyundai она считается как типа премиум класса, куда ж ты едешь. Машина не самая громкая в салоне, но не самая тихая. С коробкой автомат, CVT, не самые экономные, хоть по техническим характеристикам они пишут, что это 5,5 литров по городу машина употребляет бензина, но это не так. Это вообще близко даже не так. Хорошо, если 8-9 по городу. За городом, да, около 6. Но по паспорту это полное вранье. Вообще мне нравятся маленькие компактные машинки. И это тоже нравится. Она 2015 года, и она хорошо укомплектована. Салон мне нравится, но есть минусы, и большие косяки у нее есть. Как ни крути, пластик деформировался из-за жары. А где это видано вообще? Это что, есть что, 20 лет этой машине? И 3 года, это машина 2015 года. Как такое может быть? Да, это странно. Как я сказал, коробка автомат CVT, и здесь есть спорт-режим. Кто не любит спорт-режим в маленьких машинках? Конечно, все, что он делает, это увеличивает обороты до 2000 уже на первой передаче, и таким образом машина хоть как-то едет. Очень, на самом деле, прикольно получается. У меня она с первых рук, то есть я второй владелец этой машины. Но должен сказать, но они абсолютно не заботились. У меня такое ощущение, как будто эта машина, она настолько дешево сделана, что любой погрех, и на машине появляются внезапные царапины и точечные удары от дверей и вообще тележек, от всего, что может трогать эту машину. И этот шум просто убивает. Подкапотный шум, дребезг чего-то просто убивает. Итак, мой вывод насчет Mitsubishi Space Star. Это отличная машина городского типа, особенно для этих денег. Она удобная везде, мягкая, у нее есть удобство премиум класса, как управление на руле, круиз-контроль, датчики света и дождя, 5 подушек безопасности, электрические стеклоподъемники и так далее.
должен сказать, что Mitsubishi Space Star достойный выбор для передвижения. И спасибо, что смотрели. Пока!